When you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Мы работаем, мы отдыхаем. Когда есть возможности, работаем. Работаем над своим взаимодействием, потому что еще не все хорошо получается. Ну, работа всегда есть у нас. Три партии у нас получились хорошие. Мы настраивались, выходим из тупиковой ситуации, из ямы. И поэтому первые три партии были достойными. Good because we win, but the third set was a little bit difficult, I think, because of reception. Also, the other team played good this set. I'm happy because we finished good. Я рад, что мы выиграли партию, но четвертая партия была уже не та, которая должна была перебороть себя. А три партии были довольно-таки неплохого уровня. Да, мне кажется, мы сами что-то как-то расслабились и просто не дожали. Это надо брать и дожимать до конца. Немножко дали слабину, и, к сожалению, такое бывает. Видели в четвертой партии, уже когда на одну партию проиграли, сразу собрались и вот так вот сыграли. Поэтому вот так мы должны были все три партии отыграть. У нас есть мотивация, и мы выходим, и мы хотим побеждать, мы хотим играть, поэтому команда Минска – это не какая-то там команда, не знаю, со двора, это хорошая команда. И мы сегодня настраивались, выходили играть, работать и побеждать. В Казани есть такая Делакрус, которая практически сделала все и на подаче, и в нападении. Человек, который видящий всю площадку, человек, который техничен до ужаса, я таких игроков очень редко встречаю, который играет именно на команду, и объем у нее мышления очень-очень высок. I start this set with positive mind because we lose the third, and I think we have to finish good, and I try to do my best.